Танцевальным флешмобом студенты Сочинского государственного университета приветствовали краевую комиссию, в составе которой эксперты Краевого центра молодежных инициатив. Они оценивали организацию работы студенческого совета и презентации каждой студенческой организации. Всего их в ВУЗе 18. От студенческих советов всех факультетов, студенческого совета всего университета, который занимается мероприятиями университетскими, это студенческий спортивный клуб, который уже входит в Ассоциацию спортивных клубов России, это уже федеральная ассоциация, волонтерский центр, который он известен на весь город Сочи, лучший волонтерский центр в городе, первичная профсоюзная организация, студенческие трудовые отряды, студенческое научное общество, ДОСАФ, первичное отделение ДОСАФ СГУ, военно-патриотический клуб, то есть абсолютно все направления. Высокий уровень студенческого самоуправления Сочинский госуниверситет уже доказывал. 2 года назад его студенческая организация была признана лучшей в крае. Теперь важно поддержать эту планку и вырвать победу у 3 других университетов. Сочинский государственный университет, мы с вами знаем, что и они принимали участие в организации Олимпийских игр, Паралимпийских, да, Кубок Конфедерации. Также студенты принимают участие, я так понимаю, в фестивале, да, молодежи, который проходил недавно в качестве волонтеров. То есть здесь ребята очень активные. Финальный этап краевого конкурса продолжается. И какую в итоге оценку экспертов получат предприимчивые и позитивные студенты Сочинского госуниверситета, станет известно в декабре. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.